А перед началом ролика я бы хотела попросить подписаться на мой канал, поставить лайк этому ролику и вступить в мою группу ВКонтакте, ссылка будет в описании. А теперь начинайте смотреть ролик. Всем привет, с вами Wooden X, и сегодня я вам расскажу о такой интересной игре под названием Marvel – Битва Чемпионов. В этой игре вам придется собрать свою команду непобедимых супергероев и злодеев из всей вселенной комиксов Marvel. Сражайтесь с сильными противниками в захватывающих поединках, путешествуйте по разным мирам вселенной этой игры. В каждой вселенной вас ожидает битва с одним из знаменитых персонажей комиксов. Поначалу игра будет казаться простой, но со временем победить будет почти невозможно. Вы также можете набирать свою команду различных героев, начиная от Железного Человека, Тора, до Человека-Муравья и Дэдпула. Вы сможете менять состав своей команды на протяжении всей игры. Каждый персонаж будет развиваться и изучать новые боевые приемы и суперспособности. Спаси мир от суперзлодея по кличке Канг Завоеватель. Особенности этой игры. Отличная графика, удобное управление, знаменитые герои, захватывающий игровой процесс. А на этом я захочу закончить свой обзор. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте писать в комментариях. Еще хотел вам сказать, но забыл. В моей группе ВКонтакте сейчас проходит конкурс. И кто хочет участвовать, переходите по ссылке в описании. Всем удачи, пока! Предупреждение. Пожалуйста, если у вас стоят колонки на максимум или вы сидите в наушниках, то, пожалуйста, сделайте звук немного тише. Everybody fucking shut up!